Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И сегодня мы с вами поговорим о новинках нижнего белья каталога номер 14, который действует с 26.09 по 16.10. Так как я очень много ездила, каталась, я побывала на ассамблее в Москве, потом мы ездили на Украину на форум, потом мы ездили в Нижний Новгород на форум. Очень много накопилось продукции дома, и сейчас я вам расскажу и покажу наши стильные, новые, модные, классные, клевые новинки. Почему я так говорю? Потому что нижнее белье от Faberlic, оно заслуживает огромного уважения, так как у него всегда отличное качество. Итак, во-первых, мне бы хотелось показать нашу золотую коллекцию. Тут указаны цены, но эти цены после регистрации становятся на 20% дешевле, чем на самом деле вы их видите в каталоге. Итак, первая моделька — это такая вот золотая моделька. Они приходят в таких вот пакетиках, они вот так вот упакованы. Тут вставлена бумажка, чтобы чашечки не помялись. И очень подробная аннотация, где, из чего и как сделано. Значит, это бюстгальтер серии Story d'Amour. Он называется «Балконет». Модель BB162. Артикул у этой модели 82-410. Размер я вам покажу 85B. Разработан он в Италии. Состав идет у кружева 30% полиамид, 16% эластан, 54% люрекс и сетка 60% полиамид, 40% эластан и подкладка 100% хлопок. Итак, значит, достаю я наш бюстгальтер, как он есть от производителя, выкидываю упаковочку и сразу же хочется показать, что тут классные, клевые застежечки. Все швы очень качественно сшиты, как вы видите. Да, то есть никаких нареканий никогда не бывает к продукции. А тут у нас есть силиконовая вставочка, которая плотно прилегает к телу и не дает белью кататься. Я считаю, что это очень важно. То есть сверху нет, она идет по низу. А сейчас я уберу бумажки, которые вставлены. И вот такие вот глубокие чашечки. А тут дополнительных вставочек нету, какие обычно бывают. То есть, вот оно, видите, тут тоже силиконовая такая штучка. Маленькая, да? То есть, все застежечки выполнены в золоте. Как вы видите, два крючочка. Это очень широкая, в принципе, лямочка. Будет удобно сидеть. Сама лямочка регулируется по всей длине. Внутренняя сторона, она у нас с вами не блестит, наружная сторона лямочки просто классно, клево переливается. Никаких нареканий, да, в регулировке нету. Петельки тянутся, но не сильно, лямочки. Крепления все очень хорошо прошиты. Сейчас камера сфокусируется и вам покажет. Да, обратите внимание, какие все шовчики аккуратненькие. Сейчас мы с вами бюстгальтер рассматриваем изнутри. Прям вот изнутри. А тут у нас с вами тоже все прям идеально прошито. Вот. И, конечно, какой же он снаружи. Красивый, классный. Это у нас с вами идет хлопок. Тут вот к телу идет хлопок. Никаких швов нету. То есть грудь не будет натирать. Посерединке такой вот бантик, написано Story d'Amour. Тут идет камушек. Кстати, после нескольких стирок, прямо машинных стирок, конечно, стирать белье это надо 40-30 градусов, не больше. Вот оно, в принципе, замечательно себя чувствует. Тут сеточка идет поверху, да, вот видите, я ее оттягиваю. То есть вот такое вот классное, шикарнейшее белье. По бокам тут вставлены косточки, они идут пластмассовые. Сама чашечка прям на таких, как сказать вам, даже
на упругих очень косточках, и грудь в таких модельках очень хорошо лежит, очень хорошо, прям здорово, и как вы видите, все прошито шикарно. Это идет что-то типа балконета, и оно очень сильно поднимает грудь, делает декольте очень-очень красивым. Ну и само, конечно, исполнение белья, вот это вот кружево, золото, это, конечно, оригинально, таких моделек у нас не было, и эта новинка мне очень-очень нравится. Итак, далее у нас с вами идут трусики. Даже давайте сначала поговорим еще об одном бюстгальтере. Сейчас мы с вами сфокусируем. У этого бюстгальтера артикул 82-433. Он идет также на косточках, но он идет без поролона, да, то есть без подкладочки поролона. И что самое замечательное, также на косточках, также цвет золотистый и практически такая же модель. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим. Артикул, я говорила или нет, 82-433. Вот он приходит таким вот образом сложенный. То есть все то же самое, просто нету вот этого вот поролончика, да. То есть тот, кто любит полегче, получше. А чашечки очень просторные, классные. Тут внутри идет вот тут вот шовчик. И дальше уже грудь дополняет именно кружево. А вставочки вот эти вот железные, не железные, не знаю какие. Ни разу они не выпадывали вот из этих вот мест. Знаете, когда покупаете белье, иногда даже бывает такое в дорогом белье, что вот эти вот косточки, они выскакивают и впиваются нам прям в грудную клетку. А тут у нас такого в компании Фаберлик абсолютно нет. А, так, тут значит они не прорезиненные, как там, лямочки довольно-таки широкие, чтобы грудь держала хорошо. Также у нас идет 6 застежечек петелек, 8 даже, да, 2 штучки по 4 ряда. А, вот, также идет золотистая, тут бархатная такая, очень приятная на ощупь лямочка. А сверху такая немножко шероховая и блестит таким вот золотым переливом. Внутри бюстгальтер тоже, как вы видите, качество очень хорошо прошит. Это у нас тут кружево идет. Да? Вот, обратите внимание, какое классное, клевое кружево. Ой, вообще красотища. Также есть нотация к нему. Да, вот такая вот нотация. Посмотрите. И также тут вот посерединке есть окошечко. Очень интересно. Да, бантик поднимаем. Такая как окошечко, что-то типа этого. Очень-очень приятная моделька. Не тянется. Тут вот тоже очень упруго все. И лямочки такие же. Не сильно, не слабо тянутся. То есть, я думаю, грудь будет держать просто изумительно. Просто великолепно. И, конечно, прозрачное кружево, оно очень-очень красиво. То есть, я когда подкладываю пальцы, да, вы видите, что оно просвечивает. Оно просвечивает. Вот. Далее хочется вам показать трусики с завышенной талией. Эти трусики, в принципе, подойдут тем, у кого есть, может быть, небольшой животик после родов или так просто, да, они идут как бы утягивающие, идут, подтягивают попу очень, да, видите, тут такой шовчик, вставлена такая вот резиночка, что очень хорошо они подтягивают именно попу, ставят ее на место, так сказать, да, и вот так вот на животе, и они скрывают пуп. Да, вот эти трусы, они скрывают пуп, они очень большие, такие объемные. Внутри гигиеническая защита, это обязательно, да, то есть если вам не подошло белье, то гигиеническую защиту, упаковку и все такое ни в коем случае нельзя трогать. Возврат нижнего белья идет в течение 21 дня. Но без упаковки, без защитного слоя эти вещи назад у вас не вернутся, потому что иногда бывает, что вот я сейчас заказала 48 размер, да, и он мне будет как раз. Но, допустим, если я заказываю трусики, которые идут не с завышенной талией, то я всегда беру 46 размер, потому что 48 не с завышенной талией почему-то мне велик. Поэтому 48 с завышенной мне как раз, а 48, который не с завышенной талией, мне почему-то великоват. И поэтому я всегда вот таким вот образом заказываю. Видите? То есть вот это вот идет 46 размер, а это идет 48 размер. Видите, какая?
Как интересно, да? То есть видно, что размеры немножечко отличаются очень сильно. Так, сейчас попробую уменьшить еще сильнее, да? И вы увидите, что почему-то вот таким вот образом, что 46 размер намного прям отличается, да? Но он тянется, опять-таки он сильно очень тянется, и он не впивается ни в бока, никуда, и я нормально, хорошо именно 46 размер с заниженной талией ношу. Вот так вот получается. То есть давайте посмотрим нотацию. Да, то есть вот тут артикул 82453. В принципе, замечательные трусики. Тоже классно прошиты. Тут также гигиеническая защита. Хлопковая ластовица. Очень тоненькие, хорошо тянущиеся шовчики. Хорошо тянущиеся все шовчики, все резиночки. Само кружево качественное, плотное. Очень такое, я бы вам сказала, с первого раза оно точно не порвется. То есть оно и тянется не сильно, но и не слабо. То есть, ну, такие эластичные, хорошие трусики. Я думаю, они будут очень хорошо сидеть на любой фигурке. А сзади они полностью просвечивают. Видно только вот, вот этот вот шовчик. Да, то есть они вот таким вот образом уходят и создают форму вашему телу. А спереди тоже просто изумительно смотрятся. Хлопок тут не до конца сделан, да, то есть животик, да, низ животика будет под гипюрчиком. Очень симпатично. Швы все маленькие и очень мягкие. Они не будут давить, они не будут натирать. Ну, конечно, нижнее белье я заказываю уже, грубо говоря, годами, и нареканий у меня к нему никогда никакого не бывало. Это просто замечательная вещь, это просто замечательное качество. А следующая моделька у нас с вами пойдет артикул 82477. Также новинка, трусы, слипы, состав кружева 30%, полиамид 16%, эластан, люрекс 54% и ластовица 100% хлопок. Вот такие вот симпатичные трусики. Вот, точно такие же, как и золотые, такие же мягкие шовчики, также хорошо тянутся, также шикарно просвечивают, да, то есть, где не нужно, не просвечивают, то есть, вот такой вот подклад у них идет, 100% хлопковый, также немножко прикрывает животик, как вы видите, то есть, это идут обычные слипы, не с заниженной талией. И последнее, что мне хочется показать, это бюстгальтер. Бюстгальтер. Он идет также, моделька балконет. Размер, цвет синий, размер 85Б. Артикул 82402. Состав, да, тут тоже идентичный, что и у золотой модели. То есть они абсолютно одинаковые и по качеству, и по размеру, да, и просто это идет синий, а тот идет золотой, шикарный. Оба цвета шикарные. Также, чтобы не деформировались чашечки, вставлена бумажка. Чашечки такие же, выполнены внутри 100% хлопок. А тут также идет, как вам даже сказать, вот этот силикончик вставлен, чтобы белье не бегало. Также все пряжечки красиво проработаны, да, золотистым цветом. Все застежечки. Внутри мягкая ткань. А снаружи у резиночки такая грубоватая блестяшка, я бы так сказала, да. То есть, обратите внимание, очень красиво переливается, да, такие переливы. Шикарное белье. Также вот оно, видите, берется в руку. То есть, вот такие вот узоры. Тут узорчики немножечко выпирают, то есть можно вставить пальчик, как вы видите, чуть-чуть будет просвечивать. Вот такая вот шикарная вещь, тоже качество симпатичное. Очень меня умиляет этот бантик с сердечком, прям все здорово, прям все классно.
А в заключение хочу сказать, что я на самом деле ношу нижнее белье очень давно от компании Faberlic, и оно просто великолепное. Оно хорошо сидит на фигуре. И вы знаете, иногда даже бывало такое, что я некоторые модели одеваю, и такое чувство, что я без белья. Они так легко сидят, в нем так хорошо дышит кожа. Вот этот весь гипюрчик, да, вот это вот весь составчик, это очень шикарного, хорошего качества кружева. И оно выдерживает очень много стирок. И если честно, то вот есть белье, которому у меня уже более 1,5 лет. Понятно, что мы особенно в жару раз одели и кидаем его в стирку. И вы знаете, с ним ничего до сих пор не случилось. Я его как носила, так и ношу. И даже иногда хочется купить что-то новенькое, потому что ну, реально устается от одного и того же комплекта белья, и с ним ничего не происходит. Вот какое у нас хорошее качество именно нашего белья от компании Faberlic. Также хочется заметить, что когда будет доступно белье Florange, то очень многие говорят, что они заказывают белье и в Faberlic, и в Florange, да, в компании, которая к нам уже присоединилась, и уже произошло слияние, и скоро нам будет доступна ее продукция. А, так вот, говорят, что качество практически вообще ничем не отличается. Это очень радует, потому что белье Florange, по идее, оно идет немножко подороже, чем Faberlic. А то, что качество не отличается, это, наверное, здорово и это, наверное, классно. Ну что ж, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Онлайн. Будьте красивы, будьте загадочны, любите себя. Балуйте себя. Я желаю вам удачи, роста, везения и во всем вдохновения, милые дамы.